Привет! Привезли тебе по спецзаказу самые неожиданные и смешные кадры с камер видеонаблюдения. Распаковывай уже и поехали! Флайтборд стал настолько популярен, что им занимаются даже рабочие на складе. Угадаешь, кто здесь любимчик Фортуны? Помни, незнание законов физики не освобождает от ответственности перед начальством. Так вот, благодаря кому Азия славится горячими источниками. К отделу по благоустройству есть парочка вопросов. За разбитые сокровища обидно. Зато табличка с надписью про мокрый пол еще никогда не вписывалась настолько органично. Вести кучу наличных в мешке на скутере, конечно, странная затея. Зато мы лишний раз убедились, что мир не без добрых людей. А вот если бы не реакция девушки, водитель до сих пор бы путешествовал в поисках своей тачки. Умение справляться с поражениями может сэкономить не только нервы, но и деньги на новый смартфон. Бывают такие женщины, которые обладают особой магией.
Этот пес теперь точно знает, что черная кошка к беде. Эти кадры кажутся забавными ровно до тех пор, пока у тебя не появятся дети. Напоминание о том, что грамотная стратегия – половина успеха в любой операции. Плюс один в пользу шароверов этого парня. И кто теперь скажет, что земля не круглая? Малыши часто совершают легкомысленные поступки, но рядом обычно всегда есть заботливые взрослые. Желаем тебе преодолевать любые трудности на работе такой же летящей походкой. И падать тоже не менее грациозно. А тебе когда-нибудь курьер привозил в подарок к заказу отличное настроение? А вот у этого приятеля, похоже, его неограниченный запас. Не знаем, что там с премией работника года, но приз зрительских симпатий они заслужили. Что думаешь? Почему не стоит судить противника по габаритам?
этот парень очень старался, чтобы твой трудовой день показался тебе чуточку лучше. Ставим на то, что он сейчас успокоится и вернется, чтобы опрокинуть на то же место пару сотен кило маршмеллоу. Lesson one. Don't work with glass. Как видишь, чтобы попасть в ДТП, выезжать на дорогу нет необходимости. Когда, наконец, привезли посылку, которую ты ждал полтора месяца? Когда ты пастух в небольшой деревушке, но всю жизнь мечтал быть звездой корриды? Если суп недостаточно острый, можно заправить его остросюжетным чтивом. Если вдруг понадобится, вот тебе лучший способ избежать ночного обжорства. Обратить на себя внимание красотки можно не только скиллом в игре на симуляторе. Сворачиваемся, приятель. Дай знать лайком, если остался доволен, а мы погнали за новыми первоклассными подборками для тебя. До скорого! Если вы смотрите это, значит, вы уже нарушили секретность протоколов фонда SCP. Оставайтесь на месте. За вами выехала команда зачистки. Можете пока ознакомиться с историями людей, которым повезло столкнуться с самыми аномальными объектами SCP. Все равно после прибытия сотрудников фонда вы будете обработаны амнезиаком класса А и все забудете. Эта запись самоуничтожится через 3, 2, 1.